первом тайме, кажется, плохо играли в середине, за счет этого не получалось довести мяч на нападающих. Хорошо, что вышли во втором тайме, добавили, забили гол, были еще моменты, но в целом неплохо, я думаю, сыграли. Ну там я думал, что до меня мяч не дойдет. Я думал, сейчас защитник скинет, вратарю. Он дошел. Жаль, что не получил запись. Не хватило нам, естественно, забитого гола, чтобы не проиграть. Соперник действительно очень хороший, качественный и укрепленный футболистами из первого состава. Несмотря на то, что мы пропустили в первом тайме два гола, именно первый тайм понравился больше. Результат не главное, то есть на данном этапе моменты были, чтобы спасти игру.